Я Тамаре доверяю, человек с высшим образованием, наверное, не какой-то там меня с улицы схватил и повел. Заходим, я говорю, Тамара, ты куда меня привела? Ты просто тут же как бомжи все. Я зашла. Я вся зашла с такими ногтями. Я из театра. А тут какие-то бывшие алко-наркозависимые, все такие одеты страшно. А 94-й? А я все покупала у фарцовщика, у меня все такие вещи супер-пупер, что вообще, с чекового магазина, то есть я была, ну, пуп земли. Пуп земли, да, пуп земли там была. Вся страна в это время страдала. Да, и вы знаете, я зашла, говорит, Тамара, а она еще любила в первом ряду сидеть. Да. Я ненавижу в первом ряду сидеть, она меня тащит в первый ряд, а я же вся в обтяжечку. И там музыка, да? Я смотрю на сцену, микрофоны держать не умеют. Микрофоны пищат, трещат. Тянут один в тень, другой в ворота. Лебедь, рак и щука. Я думаю, боже мой, куда я попала? Еще и выходит объявление, делаю, я там, в заду. Она говорит, там, в заду. Лена, это... Дзюба. Я думаю... В каком саду? Боже, куда я попала? Кто ж мне, а кому же я должна понравиться? Я никак не пойму. Кому я должна понравиться? И тут свидетельство. Группа прославления это уже прошла, все, свидетельство, выходит Валя, выходит Юра. И начинает свидетельствовать, а я стою в первом ряду и плачу вместе с ними. Так, что я вам передать не могу. Боже мой, какое это счастье. Было то свидетельство, которое вы помните. Боже, какое счастье, что ребенок освободился. Хотя ребенку уже было за 30. Ему уже было за 30. И я плачу, думаю, нет, это не народная артистка играет. Это истина. Это истина. И думаю, неужели Бог освобождает? Думаю, если а меня... ты работали тогда с Адой Роговцевой, да, я работала с Адой Роговцевой. И вы знаете, я настолько прониклась вот этим горем вначале, а потом победой, искренностью, что я потом так хотела работать в репцентре, что я вам передать не могу. Я прямо готова была за этих людей душу положить. Ну, Наташа Потапаева мне устроила, спасибо ей. Сказала, что ты же не бывшая, так что... Тебя не пускают, да, тебя билеты. Да, билеты не пропускают. Знаете, действительно, это было искреннее покаяние их. Это было, то есть свидетельство было искреннее такое, теплое, классное. Я начала по-другому чуть-чуть, но пастор тоже стоял рядом, чуть-чуть, а он еще не проповедовал. Я так на него посмотрела, думаю, боже, темнокожий, что он тут стоит и кто он там такой? Она же мне ничего не сказала. Что он тут делает? Ну, боже мой, что мало своих туда. Вот. И, знаете, говорили, да. и знаете, вы так, такое чувство было, вот, когда именно она начала свидетельствовать, что Бог пришел. Вот пришла такая благодать, потому что я бы, наверное, не плакала, если бы Бог ко мне не пришел, вот не коснулся Дух Святой, я бы вряд ли плакала даже. И вы знаете, такое было вот чувство, что действительно Бог живой. Я не понимала еще этого, потому что я ревновала потом, Иисус самый лучший, и больше меня его никто не любит, только Иисус мой. И потом выходит пастырь. И, ну, вернее, он уже стоял, потом начал проповедовать, прыгает, бегает. Я на него смотрю. Вы не поверите, я ничего не видела, кроме потом глаз. Я понимала каждое его слово, потому что я работала звукорежиссером, и мне ничего не стоило слышать каждый его звук. Каждый звук мне никогда не мешал его акцент. Мне казалось, мне когда говорят акцент, я говорю, да вы что, он так чисто говорит по-русски. Он чисто говорит по-русски. И, конечно же, вы знаете, я утром проснулась, я ушла и сказала, что, конечно, Тамара, ты меня больше здесь не увидишь. Нет, я перескочила. Когда пастырь, а он увидел, что я такая фифочка, ага, вот да. Тут я тебя поставлю на колени и увижу, станешь ты на колени или нет. И он мне, нам говорит, кто... Кто первый раз. А я впереди стою, мне деваться некуда, мне выходить не надо. Я уже стою впереди. Он говорит, все, кто первый раз, прошу встать на колени. Я стою и думаю... А впереди уже некуда деваться. А я уже впереди стою, мне не надо выходить, я бы не вышла. Если бы Тамара не посадила меня в первом ряду, я бы в жизни не вышла.
А так уже? А так уже вынуждена, я уже не... И он говорит, на колени. Я думаю, я еще буду становиться на колени. Здравствуйте. Тут большая этот... Не собираюсь я этого делать. Стою, думаю. Он думает, нет, я так Иисуса люблю. Я стану перед ним на колени. Не перед этим темнокожим человеком, не перед людьми. Я закрыла глаза. Я каялась и я плакала. Потому что я действительно очень любила Иисуса. Очень. И потом... Да, что я запомнила из проповеди? Ничего! Только пастыря глаза. Но зато свидетельство. Только пастыря глаза. Его такие глаза были любящие. Но он так любил нас, что ну настолько эта любовь была, что я уже не видела, светилась, что он светился, да. Что он темнокожий, что он прыгал. Но анкету я не стала заполнять. Сказала, о, еще темнокожий анкеты давал этот, как же его звали? Высокий, худенький. Иван. Нет, это не Иван. Как же его звали? Сейчас он в Германии, да? Я вот не помню. Не, я сказала, нет, я никаких, говорит, не буду заполнять анкет. Вы что, еще мне не хватало в какую-то секту попасть? В общем, я выхожу, Тамаре говорю, Тамара, больше я сюда не приду. Знаете, я проспала ночь. И когда я утром проснулась, у меня было столько любви внутри, столько радости. Меня Бог так коснулся, что в среду служение я хотела бежать. А у нас в среду как раз выходной в театре. Нет, в четверг у нас было служение. В четверг у нас, не в среду, а в четверг было служение. В четверг. А у меня, или что-то начинали в 6 часов. Я, в общем, помню, что я пришла, я бежала. Я просто, у меня уже никто не... Сработай сразу. Я бежала, я просто бежала. В этот момент, когда я утром проснулась, я уже не помнила, как пахнет коньяк. Пиво и все остальное. Я ничего не помнила. Вот как будто кто-то вообще убрал с моей памяти. Оказывается, это кровь Иисуса. Потому что наши грехи – это плохая информация в крови. И для этого нужна была кровь Иисуса, чтобы нашу информацию, эту плохую, наши грехи, вымыть оттуда. Вот он вымыл оттуда. Надо рассказать историю. Очистил. Как